но не верю я, поэтому по вере, как говорится, ваше, и воздастся вам, да, в Библии сказано. Но есть вот этот психотерапевтический эффект, даже когда в академической медицине проводят определенные исследования, изобретают какое-то лекарство, например, вот эту таблетку, должны отсечь вот этот психотерапевтический эффект. И пациенту говорят, что два конверта, в одном конверте таблетка-пустышка, ну, простой там кальций, а в другом настоящая таблетка. Вот вы сейчас, мы не знаем, где настоящая пустышка, вы сейчас возьмите, выберите конверт, выпейте это лекарство, завтра придете, расскажете, какие были ощущения. Потом возьмете другую таблетку, выпейте, да, и расскажете, вот от какой таблетки, какие вы улучшения чувствовали. Таким образом определяется вот фармакологическое свойство лекарства и отсекается психотерапевтический эффект, потому что психотерапевтический эффект, он существует. И таким образом отсекает для того, чтобы определить фармакологическое свойство лекарства. Да? Он существует, это раз. Зависит это еще от внушаемости, ну, как говорится, от веры. Если человек верит, то еще лучше. И чем сильнее он верит, и чем сильнее он доверяет, тем сильнее будет эффект. Может быть, на самом деле никакого улучшения нет. Но если он верит, то у него начинается улучшение. Да. У него начинается, он начинает там что-то бороздить, как говорит это. Да? Поэтому... Как бы для меня он как бы придурок, но по факту это все имеет место быть, да, то есть и по факту есть у него результат. И по факту то, что он ей деньги заплатил, и слава Богу, как она работает, да, то есть есть результат, и результат исправляет его. Есть товар, есть купец. Да, да. Поэтому тоже как бы в народной психологии, да, то есть есть какие-то ритуальные, ритуальный гипноз, да, то есть ритуальные, как бы традиционные программирования. Да, что вот придешь дома, да, то есть возьми из подушки, вот где у тебя будет полосик торчать, такое перышко, и вот ты это перышко вытащи, это перышко с свечкой, обязательно тоненькой свечкой, да, сожги, заверни, да, заверни в платочек носовой, не просто заверни, а вот так крест-накрест завяжи. Этот платочек в 12 часов ночи на перекрестке дорог, но не асфальтированная дорога должна быть, а просто земляная дорога. На перекрестке дорог в 12 часов ночи, чтобы нигде ни одного человека не было, найди такой перекресток, выкопай ярку, закопай этот платочек, да, то есть, и все. В течение месяца здоровье у тебя улучшится. Ты услышишь множество предложений разных по бизнес-проектам. Ты почувствуешь, начнутся как раз у тебя процесс улучшения материального положения. Но самое главное, вот независимо от того, что тебе уже вот сколько лет, да, у тебя в этот период случится любовь. Вот, но ни в коем случае нельзя ни в понедельник это делать, ни в среду, ни в пятницу, только вторник, четверг, суббота, воскресенье. Вот, и если человек поверил, ну и начинается у него, вот он это все сделал, звонит там. Ёлки, я чуть-чуть опоздал, то есть не 12 было, 12.05. Да? Хреноватый. Ну мы месяц посмотрим, если что, повторим ритуал. И жалко, я там сидела, я ж работала с вами. Ровно в 12. А вы 12.05 были. Поэтому еще один раз проведем. И вот, и оно работает, и оно работает, да? Поэтому, но еще эффективнее, мы слышали, да, процесс, который исследован и известен, и в академической медицине это называется эффект плацебо. А по факту, вот все, что мы сейчас говорили, и есть эффект плацебо, допустим. Эффект пустышки, да? Ноль. Но эффект-то есть. Эффект-то есть. Филиппинское хилерство. Но верит человек. Но ясно, но нет проникновения рукой, то есть в кишки. Нет.
вообще. Но если человек не верит, значит, и не будет никакого результата. А если он говорит, ну как нету? Ну и нельзя про это говорить. Да что нет проникновения здесь. По телевидению показывают одного там. Вот там аферист, ну какой может быть? Не аферист, там, на этом все и рассчитано. То есть на этом чем это есть плацебо-эффект. Это одно и то же, что сейчас есть вшивание. Да, вот кодирование от алкоголя, а есть вышивание, то есть метод, торпеда, да, то есть ампула, похожа на торпеду, вот она вшивается в мышцу. Но тоже это ампула, кусок пластмассы. Хоть ты записи, ничего с тобой не случится. То есть, но если человек верит, он может и умереть. Да, то есть, но про это же нельзя говорить, что эффект вшивания, да, что ампула не несет ничего разрушающего. Об этом нельзя говорить. И поэтому и здесь тоже это хилерство, то есть, если про это говорить, так, тогда не будет работать. А если человек верит, и все, и работает, и происходит восстановление. Иногда также, понимаете, что, вот в гипнотерапии пробуждаются внутренние энергетические ресурсы. Плюс к эффекту плацебо пробуждаются внутренние энергетические ресурсы. Резервная энергия, которая есть в каждом организме, но не всегда она задействована. Задействуется резервная энергия в каких-то в экстремальных ситуациях. Но бывает, человек болеет, и от серьезной какой-то патологии он умирает, а та резервная энергия, так она и не была задействована. Поэтому есть разные методики как бы, для пробуждения данной энергии. А в гипнотическом состоянии эта энергия пробуждаются, и мы ее как бы словом направляем к тому органу или к той системе организма.